Друзья, всем привет! Сняли наконец-то нерестовый запрет в Свердловской области, и мы с большим удовольствием отправляемся на рыбалку в летний сезон. А мы – это программа «Клуб охотников и рыболовов». Я Александр Игнатов, охотовед Евгений Стурнин и наш оператор Антон Муханов. Погода стоит прекрасная, раннее утро, настроение отличное. Сегодня мы ловим на пруду Богоряк Свердловской области. Из снастей фидер у меня, у Жени закидушка обыкновенная и Антон заядлый спиннингист, естественно, со спиннингом. Буду пробовать ловить сначала на джиг. Место для меня незнакомое. Потом можно будет воблера, блесна попробовать. Что-нибудь такое разведочкой. Антон, почему ты не используешь карабин? Для надежности и для простоты. Карабины почему использую? Ну, это чаще всего с флюорокарбоновыми поводками. Воблера, когда использую, вообще ни карабинов, ни вертлюжков, только воблер и струна. Но это же неудобно для смены воблеров. Да? Почему? Довольно просто и быстро. Собираем снасти и приступаем к рыбалке. А вот тут уж кому как улыбнется рыбацкое счастье. А вообще, сегодня это не важно, ведь мы на летней рыбалке. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Рыбалка начинается. Смотрим. Смотрим, ждем, надеемся. Неделю стоит жара до 38 градусов. Как рыба себя будет вести, непонятно. Вода возле берега вообще теплая. А вот там прогрелся, не прогрелся. Ну, скорее всего, нет. Потому что всплески видно, ходит рыба. Несмотря на то, что светло, время 6 утра. Ну, вот сначала светло. Ой, ждем, надеемся. Так, у Жени тоже под лещичек пошел. Обрыбился. Обрыбился в этом году. Так, слушай, ну все как-никак это. Все-таки к рыбалке надо готовиться, а то свой скромный скарб взял, ничего не готово. Пришлось на ходу изобретать. На ходу импровизировать, конечно. Что-то старое тут собирать, монтировать. Ну и вспоминать, как выглядит поклевка на донную снасть. У нас сейчас с тобой последнее время все не собрано. Ты утки раньше полетели. Не, ну если мы с тобой собрались так, что... Ну да. Вечером созвонились, еще в попыхах думали, куда поехать.
пора готовиться. И? Они вот так вот долбят. Здесь есть Женя, Женя. Здесь мимо. Ну, достань, здесь, чтобы она тебя не откликала. К сожалению, здесь мимо. Тут у меня сборная стоит. Что только нет. Здесь, кстати, бывало на парке. Ага. Ну все. А этот вот. Красавчик. На червячка. Все хорошо. Ловим дальше. Ну, попробуем еще. Красота. Можно играть. У нее все хорошо. Рыба играет. Тарады. Ну, первую рыбеху поймали. От нуля ушли, уже хорошо. Он первый подлещик. Так что все здорово. Клюет, надо успевать так ловить. Все нормально. Ловим дальше. Очередной подлещик у Жени. Такое, да? В общем, фанерка один в один идет. Ну, тут же главный процесс. Конечно. Главное же раскрыть секретный ингредиент. Нормально. Давай. Рыба есть. Рыба есть. Ловить надо уметь. Да. Сказал охотник. Ну да, конечно. Не каждый рыбак охотник, но каждый охотник рыбак. Сейчас охоты нет. И рыбалка вот там скрылась только. Пассивные прошли. И можно выделить время для того, чтобы выехать на озеро, где ты точно знаешь, что и рыба есть. Спокойно посидел. Хорошие, чистые берега. Ну, по кайфу, короче. Здорово вообще. Огонь. Эх, сопленники. Поменял более такой. Побольше поводок, побольше крючок. Потому что думаю, что сейчас мелочь не хочется ловить, поклевки есть, поэтому подождем крупную рыбу. Так захотелось. Начинает привлекать уже. И от нуля ушли, самое главное, просто наслаждаться рыбалкой, ловить эту рыбу. Тем более мы так долго ждали этих дней. И на нашей улице есть праздник. Давай, похвастай. Так по телефону трындю, оно клюет. На второй одеваю червя пока тут. Кормушку заправляю. Думаю, дай хрен с ним. А смотрю, леска ослабла и поплыла. А он так плотненько сел. Угу. Ну и побольше. Фу, ты, фу, блин, вся фу. А! Хорошо сел, хорошо прям. Прямо во. Побольше? Побольше. Зачет. Слушай, мне начинает нравиться рыбалка такая. Ну, когда клюет, всегда хорошо. Всегда, ну да, прям в ожидании. Все, давай я пойду, это у меня вот там тоже.
говори, как она забилась. Чуть немного губа оторвалась. Ну как, Жень, тебе сегодня рыбалочка? Видишь, весь в чешуе и в каких-то слизистых отложениях от лещей. Устал. Рука бойца тащить устала. Слушай, честно, не ожидал. Но мне вообще как бы по рыбалке не особо фартит. Ну, видимо, я не настолько высиживаю долго. Это же не охота. А вот. А сегодня как-то прям, слушай, пошло и пошло. Зашло. И прямо как-то заклевало, и как-то даже начало получаться все это оттуда доставать. И идут подлещики, причем достаточно активно они хватали сегодня, что червя, что опарыша. А еще я был на двух донках. То есть были периоды, когда одну тащишь, вторая чуть ли не в озеро уже полетела. То есть прям на драйве, да, так получилось, достаточно активно порыбачил. Вот. В принципе, можно сказать, что открытие по мирной рыбе не пошло покачало. Удачно, да. Ну тоже, знаешь, как не то, что неожиданно, а приятно, что был клев и не сидели без дела. Можно не такой, как из пулемета, можно было там покурить между поклевками. Но они все время были. Меняй только, успевай. Ну да, была, наблюдалась определенная периодичность, то есть раз 5-7 минут примерно поклевка. То есть, я говорю, я на двух донках, я одну заправлю, брошу, пока вторую заправляю, первая клюет. Потом я уже начал, обе у меня на земле, хобби зарядил, бросился и ждешь. И как назло, одна и вторая. Хоть что там делаем, но... Каждый человек сам выбирает способ лова. Вот ты с одной удочкой, тебе комфортно вот так. Я еще с детства привык рыбачить на две удочки, на разные приманки. Вот попробовал сегодня и, в принципе, получил то, что хотел. Попробую разорваться, но получал, успевал. Я поповочку закинул, что-то как-то она начинает клевать, и тут. Тут это, еще и фидер стоит. Не захотел я так. Вот я захотел просто посидеть, покайфовать, получать удовольствие. Вот. Кстати, многие уже ездят не просто как на рыбалку, чтобы прокормить, а просто получить удовольствие. Поэтому вот сказать, чтобы достаточно так поймали. Нам больше, наверное, не надо. Так, можешь сидеть и дальше. А вот наши там мы 2.5 часа посидели, и все здорово. Да, то есть если бы мы поехали сюда образно за рыбу, у нас была цель наловить рыбу для там чего-то, то мы бы сидели и сидели, да? То есть мы приехали, во-первых, открыть сам по себе сезон, во-вторых, в этом году по новой испытать это озеро, потому что накануне, позвонив владельцу культурно-рыбного хозяйства, говорит, ну, мне вот что нравится с ним, он никогда не говорит, что клюет, давайте, приезжайте. Вот. И получается же, ну как обычно, да, приехал, клевал вчера и будет клевать завтра. Здесь очень грамотно сказал, что приезжайте, пробуйте, как повезет. Да мне вообще здесь нравится. Вот здесь. Кстати, я отсюда еще ни разу без рыбы не приехал. Ну, согласись, здесь немаловажно. Это комфорт подъезда сюда. То есть сюда подъезжаешь на легковой машине. Это первый момент. Второй момент. Сюда можно выезжать с семьей. Есть беседки, есть выкошенные поля. То есть минимальная вероятность встречи, что с клещами, что в принципе обрабатывают.
Вот мы с утра приехали. Сначала там с утра немного мошки были, но все, потом все пропало. И прям комфортно было. Вот я, допустим, потом начал загорать, и уже прям сидишь как турист. У тебя удочки, ты загораешь, принимаешь солнечные ванны, думаешь там думки какие-то свои. Ну, наверное, для этого, в принципе, народ и ездит на природу, чтобы, так сказать, зарядиться немножко энергией, послушать природу. Рыбу поймать. Ну, кто рыбу поймает. Да. Кто, в общем, кто просто посидеть на берегу. В общем, приезжайте в культурно-рыбное хозяйство Погоряк. Всегда вас примут. Рыбалка здесь отличная. Природа прекрасная. Поэтому мы сегодня в восторге, что открыли сезон, и все у нас удачно сложилось. Немаловажно сказать, наверное, то, что мы рассказываем о этом водоеме, какие вообще виды здесь рыбы есть, на кого можно попытаться порыбачить. То есть, сегодня у нас активно клевал подлещик. Карп вышел на экране, вот здесь хорошая плотность карпа, причем водоем зарабатывается. И из хищников здесь щука, окунь и судак. Поэтому любой вид рыбалки, что поплавочка, что донка, что спиннинг, приезжайте, пробуйте. Я думаю, что удача будет на вашей стороне. Давайте прощаться. До новых встреч. А теперь мы встретимся на рыбалке за хищником. Давай, поедем за хищником. Это была программа «Клуб охотников и рыболовов». До свидания!